Всем привет, с вами профессор Гуглов. Нет ничего лучше, чем короткие советы-лайфхаки, которые могут чуть-чуть или кардинально улучшить вашу жизнь прямо сейчас. Чтобы узнать возраст девушки, не задавая вопросы напрямую, спросите, кто она по восточному гороскопу. Погрешность плюс-минус 12 лет. Для включения электричества в гостиничном номере можно воспользоваться любой пластиковой карточкой. Если нужно быстро остудить горячий чай или кофе, положите в чашку 3-4 чайные ложки или 1-2 столовые. Горлышко пластиковой бутылки отмеряет точную порцию спагетти на одного человека. Ни больше, ни меньше. Сделайте фотографию содержимого холодильника перед выходом в супермаркет, чтобы не покупать то, что у вас уже есть. Чтобы уместить много блюд на небольшом столе, ставьте угощение в 2 яруса, используя посуду с длинной ножкой-подставкой. Чтобы нарезанный сыр не засыхал в холодильнике, просто намажьте его сливочным маслом. Если накалить сковороду вместе с солью, еда при готовке не будет прилипать. Автолайфхак. Стрелка возле значка колонки заправки указывает, с какой стороны находится горловина заправочного бака. Начинайте сборы в поездку не с общего списка, что надо взять, а со списка, без чего я обойтись не могу. Так вы сильно упростите задачу. Если вы хотите замаскировать изъяны деревянной мебели, натрите ее очищенным грецким орехом. На банку краски наденьте канцелярскую резинку, так лучше удалять излишки краски с кисти. Чтобы люди не моргали на групповой фотографии, скажите всем, чтобы закрыли глаза и открыли их на счет 3. Если вы заметили, что буквы на сайте неожиданно стали большими, то нажмите Ctrl плюс 0. Это вернет масштаб страницы по умолчанию. Если хотите насладиться фильмом в самолете в своих наушниках, то вставьте разъем не до конца, звук будет стерео. Переехали в новую квартиру и пока нет шкафа, прикрутите на стену карниз. Теперь есть куда повесить одежду. Если вы выключили свет, а телефон не разряжен, то при помощи него и бутылки воды можно сделать лампу. Поставьте емкость на телефон со включенной подсветкой экрана. Если не знаете, что подарить девушке, скажите ей, будто купили подарок, и предложите отгадать какой. Скорее всего, она перечислит то, чего хочет. Используйте сочетание клавиш Alt плюс Slash для быстрого поиска нужной функции в меню Google Drive. Если что-то кому-то одалживаете, то фотографируйте человека с этой вещью перед тем, как отдать ее. Так вы не забудете, что и кому отдавали. Всегда делайте бэкапы фотографий, лучше сразу в облако iCloud или Google+. Если вы потеряете фотоаппарат, то у вас останутся хотя бы снимки. Если хотите получить из банкомата мелкие купюры, снимайте 400, 900, 1400, 1900 рублей и так далее. Чтобы избавить спортивную сумку от неприятного запаха, положите в нее пару чайных пакетиков. Если в Skype Conversation выполнить команду slash set options plus history disclose, то новые пользователи смогут читать предыдущие сообщения. Чтобы быстро охладить жидкость в морозилке, заверните бутылку с жидкостью в мокрое бумажное полотенце. В экстренной ситуации можно зажечь восковые мелки. Один мелок может гореть в течение 30 минут. Если хотите сделать идеально круглую глазунью, используйте луковое колечко. С помощью поиска Wi-Fi можно узнать, у всего ли дома отключили свет или только у вас. Если надо быстрее зарядить телефон от обычной зарядки, включите режим в самолете, отключите соединение с сотовой сетью. Лайфхак для мужчин. Женские станки для бритья острее и служат дольше. Если не хотите потерять пуговицы на одежде, намажьте нитки прозрачным лаком для ногтей. В качестве трута для розжига огня подойдут обычные чипсы, они отлично горят. Чтобы после работы с краской руки лучше отмылись, их необходимо смазать предварительно каким-либо кремом для рук. В аэропорту идите на регистрацию самым последним. Не придется ждать всех в автобусе и в самолет войдете первым. Чтобы быстро проснуться с утра, зажмурь глаза со всей силы секунд на 20, а потом открывай. После этого спать уже не захочется. На этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Увидимся!